Темно. Слишком темно, страшно. Всем хай. С вами Юджин, и сегодня мы с вами продолжаем месяц хорроров, который длится уже много лет на нашем канале. Наконец-таки вышла интересная для меня хоррор-игра, которая называется Night Bus. Сегодня мы познаем ужас. Ужас, который каждый день и, наверное, каждую ночь испытывают водители автобусов. Мы увидим, что эта профессия не такая и простая, как кажется на первый взгляд. С одной стороны, думаешь... Приветствую. Такой... Это твой первый день за рулем автобуса. Спасибо, что так быстро вышел на работу. Нам было трудно найти замену после того, как предыдущие водители... В общем, подбирай всех пассажиров, которых ты видишь на автобусных остановках, и высаживай их на остановке, когда прозвенит звоночек. Но не ранее. Остановка после 665-й не работает. Она может выглядеть нормально, но... В общем, ориентируйся на месте. И постарайся как можно больше находиться в движении. Там бывает иногда жутковато. Но постарайся не паниковать. И не стой долго на месте. Рядом с приборной панелью лежит маленький милый котеночек. Погладь его, и станет легче. Не паникуй. О боже, меня сразу настраивает на то, что будет стрёмно. Итак, да, я и сказал, кажется, что ты такой едешь себе спокойно, смотришь красивые виды, гладишь котика. Мы можем его гладить. Смотрите, как он... Ой, слишком загладил. О, а это что? Этих людей не брать. Понял. Мы, в принципе, можем, наверное, ехать, да. Надо помнить, что здесь левостороннее движение. Мы находимся, типа, в Японии. Где-то, в общем, в Азии, где есть левостороннее движение. У нас есть камера. Мы можем переключать камеры в салоне автобуса. Смотреть, есть ли кто. Никого нету. Слышите? Это козы? Бе-бе. Ну-ка, котик. Да, мурлыкает. Спасибо. Вот, тихо. Остановка. Остановочка. Открой дверь, юноша. Ой, неприятно сказал. Хорошо, открываем дверь. Заходите. А вы... Нет, вы нормальные. Вроде бы. Я до остановки 661. Ага. Окей. Правильно сделал? Да, вот я ему чек дал. Или нет? Нет. А, нажимайте, чтобы печатать билеты. Ну, чеки, точнее. Я 3 напечатал зачем-то. Ладно, закрываем. Смотрим, где мужик сел. Какое место он выберет? Это как социальный эксперимент. Мне будет интересно, а человек, если зайдет другой, он сядет рядом с мужчиной? Вот всегда это, вы замечали, да, наверняка, что всегда, когда ты находишься... Один в автобусе, и кто-то еще там с тобой один сидит, ты сядешь максимально далеко от него. Ой-ой-ой. Куда зумить-то надо? Это мы что делаем? Это мы включили, выключили? Что мы еще можем использовать? Блин, хватит свет! Даже лампочки нету. А котик все мурлыкает. Вот бесит меня коты. Очень сильно бесит, потому что когда ты дома один, и тебе внезапно страшно... Можно смотреть за плечо. Короче, когда тебе страшно, ты видишь своего кота и думаешь, а ему же вообще пофигу на твои страхи. Мне интересно, в какой момент меня решат напугать вот этим трюком. Хорошо, мы едем с очень медленной скоростью, надо бы быстрее. Надо бы быстрее все это делать. Смотрите, а почему машина так бликует, как будто ее можно заюзать? А че это я здесь останавливаюсь? Может быть, мужику надо выйти? Тебе надо выйти? Не надо. Ух ты, мой хороший котик. Он, кстати, похож на бенгала чем-то. Видимо, тоже гибридная порода какая-то. Так, слева, справа, все хорошо. Очень странно машины бликуют в этой игре. Хочется выйти из автобуса и угнать машину. Словно в GTA играем. Надо помнить, что мы должны ехать по левой стороне. У меня всегда, когда я ездил на машине... Что? Что это значит? Что это значит? Что это значит? Не забывайте камеры. Ой, о, он только что провалился под сиденье. Чё за нафиг? Нет. Нет, камера. Мужик? Как мне починить это? Блин. О, все, починилось. Он на месте. Окей. Здесь никого нет. Про какую он говорил автобусную остановку, которая не работает? Я забыл. Что? Что сказал?
Он там что-то сказал. Да, погладьте котика, чтобы оставаться спокойным. Все, я погладил. Ну я отвлекаюсь от дороги, это опасно. Хорошо, продолжаем смотреть камеры. Я и не заметил, как внезапно стало темно. Уж совсем темно. Ну, потому что мы в горах. Тут мало освещения. Оу-оу-оу. Смотрите, девушка. Очень откровенно, мне кажется, оделась. Дорогая, ты бы курточку свою застегнула. Ну что это такое? Что это за вид? Ну не то, чтобы я против. Воу. Спасибо. Я не ожидал мужика. Спасибо. Да, вам спасибо. Вы порадовали старого водителя автобуса. Как-то она жуткая. Это не она случайно? Нет. Хорошо, закрываем. Куда она-то сядет? Сядет прямо сюда. То же самое место, в самый конец. Опять же, потому что я здесь сижу впереди, и как-то неловко с незнакомым человеком садиться рядом. Вот что это за блики? Внезапные блики, как будто я изображение чего-то лица вижу. Нет. Нет. Вот это я не ожидал никак. Вот это что это было сейчас? Она тоже слегка проваливается. Смотрите, новый человек. Конечно, опасно вот так вот ездить ночью в таком виде. Просто грудь нараспашку. Опять же, я не против. Добрый вечер, водитель. Но это опасно. Я не против, потому что я нормальный человек. Я просто такой, нормально. Нормальный я человек. Спасибо, водитель. Нормальная она девушка. Спасибо, водитель. Мистер водитель для тебя. Ну-ка, где она сядет? Вот это странно, они сели слишком близко друг к другу. Так, паника начинается, гладить скорее кота. Извините, черт, сейчас съеду с дороги. Вы там как, не переживайте, надеюсь? Ты молчи, котик. Даже ты, бывает, порой напрягаешь. О, погодите, только не этот гребаный автобус. Что? А что не так с моим автобусом? Что не так с моим автобусом? Нет, 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 я так не думаю. Я туда, на этот сраный гребаный автобус я не сяду. Вообще даже не думаю, что я туда сейчас. Я на этот автобус, ты хрен из два. Нет, я пошел так вот, я не пойму. Нет, только не на автобус. Этот парень сумасшедший. Главное его не сбить сейчас. Чего ему не понравилось в моем автобусе? Что с моим автобусом не так? И почему никто из пассажиров не нажимает на звонок? Я не знаю, кому где останавливаться надо. И нужно ли вообще останавливаться на каждой остановке, например? Тихо, осторожней. Вот они сидят. Сидят там. Все в порядочке. Оу. А, вот они нажали, что пора останавливаться, да? Наверное. Да, видимо, кому-то из них выходить. Выходь. Да, тот парень был прав. От этого автобуса обе выходят. Веет неприятная энергетика. Сначала первая, а вторая. Спасибо, водитель. Береги себя, хорошо? Я не понял. А вторая, ты куда? Может быть, они друг в друга вошли, я не знаю. Но, по-моему, вышла только одна. В таких играх всегда непонятно, бага случилась или нет. Так, брось, пожалуйста. Пожалуйста, брось. Котик, срочно гладить. Тебе же не страшно? Черт. Что? Да что происходит? Во-первых, кто нажал? Кто нажал кнопку остановки? Никто не нажимал. Тут нет остановки даже. Черт, слишком много задач для одного водителя. И камеры проверяй, и котика гладь, и билеты выбивай. О, гром и молния. И людей пускай. Вы слышите? Вы
Вы видите? Вы видите вот эту штуку? Это дьявол. Он там. А что если просто поехать? Что будет, если я просто поеду? Бесплатно. Считай, бесплатно проедешься, мужик. Думаю, ты рад. Я просто хочу, чтобы он со мной пообщался, ибо мне очень как-то стремновато. Давайте закроем дверь. Да. Ты будешь стоять здесь. Понял? Ты будешь просто стоять здесь. Что? А. Тут остановка. Ну чё, выходишь или как? Давай. Давай, иди. Я разрешаю. За мой счет едешь. Ладно, видимо, это не его остановка, хотя кто-то же нажал. Или это просто означает, что автобус останавливается, то есть это автоматически. Ой, как дождь. Неприятно это. О, блин! Что ты... Что... Так. Вот это было неприятно, я повернулся и не ожидал увидеть твою рожу так близко ко мне. Ладно, лучше пробью тебе билет, иди отсюда. Иди назад. Вот там кто-то сидел. А, черт, я рано пробил билет, я испугался, рано пробил. Куда он сядет? Куда ты с... Нет. Нет. Ладно, заходи. Пустой автобус, нет, это нехорошо, нет. Он не был пустым, там был человек. Да блин! Я не хочу смотреть. Не хочу смотреть на эти рожи так близко. Добрый вечер, Сэм. Что? С кем он говорит? Он вообще-то должен был говорить с мужиком. Но мужик исчез. О, вот опять. О, вот опять. Мама. Темно. Слишком темно, страшно. О, блин, ушки. Вот этого я никак не ожидал. А вот эта штука для чего нужна? Понятия не имею. Блин! Все, массированная атака. Что это? Это радио? Я не вижу никого. Мне нужно на свет подъехать. Кстати, эта штука не замигала. Что происходит? Что? Не видно. Я, блин, не вижу его, но он вроде бы там все еще сидит. Что, откроем дверь? Может, ты выйдешь? Или, может, кто зайдет? Я боюсь что-нибудь увидеть и боюсь что-нибудь пропустить. Так, котик, срочно. Ух. Это правда успокаивает? Музыка резко прекратилась. Эй, что? Что ты увидел? Что ты почуял? Вот там вот. Сейчас будет снова свет. А, нет. Это моя остановка. Зачем ты так подкрадываешься? Пожалуйста, просто уйди, хорошо? Спасибо. Делаем ноги. Храни тебя Господь. Я видел сатану за остановкой. Какой там бог? Котик, все окей? Все хорошо? Блин. Каждый раз так оборачивается страшно. Здесь мы не останавливаемся. Ого, у тебя на самом деле получилось. Ты еще жив. В смысле, конечно же, ты еще жив. Что ж, дальше тебя подменит Сэм. Смотрите, концовка 5 из 5. Пятая концовка из 5 доступных. Я просто здесь работаю. Это что значит, что мы... Во-первых, да, мы прошли игру, реально. Но...
В ней есть гораздо больше всего. Я хочу получить все концовки. Может быть, надо затискать котика насмерть. Приветствую. Это твой первый день за рулем автобуса. Спасибо, что так быстро вышел на работу. Нам было трудно найти замену после того, как предыдущие водители... В общем, подбирай всех пассажиров, которых ты видишь на автобусных остановках, и высаживай их на остановке, когда прозвенит звоночек. Но не ранее. Остановка после 665-й не работает. Она может выглядеть нормально, но... В общем, ориентируйся на месте. И постарайся как можно больше находиться в движении. Там бывает иногда жутковато. Но постарайся не паниковать. И не стой долго на месте. Рядом с приборной панелью лежит маленький милый котеночек. Окей. Погладь его, и 6, станет 6, 5 легче. 6-6-5 остановка. Вот надо на нее будет обратить внимание. Там барашки и овцы. Что если я просто попробую въехать вот в человека, который едет... Опа! Концовка 3 из 5. Это не подходящая для тебя работа. Я даже этот звуковой эффект знаю. Где-то я его слышал много раз. Давайте попробуем снова. Ой, дверь. Забыл закрыть. Так, ну что, давайте затискаем котика насмерть. Он шипит. Неистово шипит. А что, если я просто забью на него? Пока! Откройте дверь, молодой человек. Воу. Поздно. Я просто уехал. А это что? Вот что здесь есть. А вот это я не знаю, что такое. Все хорошо. Мы проверяем просто, хорошо ли все. Ну-ка, откроем. Пробьем и откроем. Кто-нибудь зайдет? А можем ли мы развернуться и поехать назад? Воу. Так, во-первых, надо закрыть, конечно же. Машина свернула, потому что испугалась меня. Главное, можем ли мы сами свернуть? Так, хватит, тихо там. Я хочу свернуть с дороги, посмотреть, что там. Мама. Я застряну еще, не дай бог. Черт. Ну-ка попробуем повернуть назад. Пожалуйста, перестань разворачиваться. Мне туда. Мне да-да-да. Назад обязательно. Ад. Ну давайте посмотрим. Может быть, мы еще одну концовку сейчас разблокируем. Мы сейчас просто вернемся за тем чуваком. Ой, прости, что мы мимо тебя проехали, заходи. Ну-ка, ты здесь? Давай, попробуй. Попробуй зайди теперь. Сможет ли он зайти вот так? Ну? Видать, нет. И здесь у нас конец дороги, но мы попробуем. Черт. Ну ладно, едем по правильному маршруту. Только в этот раз мы попробуем не брать ни одного клиента. Просто сейчас напрямую будем ехать. Пошел в жопу! Ну согласитесь, если пассажиров не будет, то некому будет меня пугать, верно? И хотелось бы больше узнать о лоре этой игры. Что за прикол? Почему этот автобус такой проклятый? Почему мне говорят, что ты еще жив? Ура! О нет, износил мобил, едет. Камеры, конечно, камеры. Вот, началось. Хватит меня пугать. За плечом все нормально. Котик, порядочки. Ну-ка. Пет Асерола. Его зовут Асерола. Хороший котик Асерола. Имя дурацкое, правда. Все хорошо. Что-то еще мы можем нажать? Вдруг есть какой-то еще один интерактивный элемент, который мы не замечали. Я хочу подъехать к той остановке, где был... Страшно. Где был сатана. Так, девушка, спасибо, не надо. Могу ли я догнать вот этого чувака? Вот опять начинается. Блин. Хватит. Какой-то пришелец, по-моему, да? Это пришелец был?
Нет, демон не здесь. Чё за... Почему? Автобус, хватит! Что это за звук был? Что это был за звук? Я как будто его сбил. Но он стоял на остановке, так что все в порядке. А, вот что это был за звук. Блин, мне это не нравится. Все в порядке, все хорошо. Ага. Дворники убрать, чтобы они так были опущены. На камере нет ничего. О, есть, сейчас что-то будет. Оп, нет. Оп, нормально. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Нет, нет. Don't stop, не останавливайся. 6-6. Стоп. Во-первых, здесь нельзя останавливаться, потому что здесь сатана стоит, ждет. 6-6-5, мы же забыли про 6-6. Четвертый из пяти. Ты уволен. Почему я уволен? Потому что я остановился, хотя мне говорили не останавливаться. Я не понял, но... Окей. Скорее всего, из-за того, что я решил не ехать дальше 665-й остановки и повернул назад, и мне такие, все, эта работа не для тебя, ты уволен. Или что там мне сказали. Не суть. Давайте попробуем получить следующую концовку. Ты чё, дед? Ты чё, дед? Как ты забежал? Слишком близко. Как ты... Короче, каким-то образом он забежал, потому что у меня дверь открыта. Я что хотел сказать. Давайте получим следующую концовку, какой бы она ни была. Попробуем не гладить котика, не обращаться никак с пассажирами, просто ехать. Пусть стоит. Может быть, мы сейчас всех их накопим вот здесь. Будет целая куча пассажиров. Интересно, он также на ходу выбежит? Если я очень быстро листаю камеру, начинаются вот эти помехи. А, это не скрипты. Это надо просто более аккуратно это делать. Девушка? Нет! Это проклятый автобус! Это проклятые люди! Теперь у нас старик с шикарной грудью. Класс. Ну что здесь-то? О, нет. Какой-то там монстр. Вот это страшно, вот это. То, что стоит передо мной. А ты, нет, совсем не страшный. Ты тоже, так понимаю, да, решила зайти? Ну, заходи. Черт. Это неприятно все. Мы собираем человеческого трансформера. Крысиный король, только из людей состоящий. Давай ты тоже заходи. А, он не хочет, наоборот, заходить. Ну-ка, слышь? Где ты там? Вон он! Фига ты идешь, с какой-то... Да что с вами такое? Вы все аномальные! Я не знаю, что ждать вот от этой твари. Или знаешь, что это такое? Мы можем ускориться? Тут есть нитро. Возможно, нету. А, перестань. Здесь все в порядке. Здесь все в порядке. Кажется, кто-то захочет выйти, да? Но извините, вы еще не оплатили билетик. Стоп. Это 665-я, да? Да. 665-я, и дальше начинается какой-то ад. Поехали. Я беру вас с собой в ад. Ну-ка. Что это? Что это? Что это? Что это? Что это? Перестань. Да, все, начинается ад. Там заправка есть, давайте попробуем на нее заехать. В магазинчик заедем сейчас. Вот так, ребят, кому-нибудь нужно в магаз? Мне честь отдает. Опа, я паниковать, кажется, начинаю. Куда-нибудь еще мы можем дальше поехать? Стоп, я, конечно, застрял все-таки. Нет, все хорошо. Мы выехали. Хорошо, видать, мы подзаправились. Люди, вы все еще здесь?
Это я свое сердце слышу или ваше? Это как будто бы монстр из фильма «Нечто», который попытался хоть как-то сымитировать одного из людей, которых он видел. Но получился собирательный образ. Ха-ха! Не останавливайся. Так, не заходи ко мне. Не заходи, я сказал, ко мне. Ну, как знаешь. Он стал частью коллективного разума. Вы и я, водитель автобуса, мы единое целое. И вы не просто часть меня, вы часть автобуса. Не смотри. Panic Mechanic. Вторая концовка, отлично. Не смотреть назад, это означает, что мы, когда начнем паниковать, появляется страшный демон. Ну а теперь еще раз подберем всех пассажиров. Он хочет, чтобы мы его остановили на 661-й. Не видать тебе этого. Извини. Здесь есть кто? Никого нету, поэтому мы едем дальше, извини. Ты лучше держись за поручни. Я не знаю, что может произойти сейчас. Итак, задача. Не смотреть в камеры, не гладить котика, не смотреть назад. Просто спокойно себе ехать. Открываем. Заходи, заходи, заходи. Умница! Успела. Может быть, даже удастся догнать эту машину. Главное не останавливаться. Ай, да перестань. Все хорошо, все хорошо. Мы не догнали ее, к сожалению. Он здесь остановился. Ой, заходи, заходи, заходи. О, умница. Я реально себя паромщиком чувствую, который собирает души и везет их прямо в потусторонний мир. Открываем. Пофигу, я уже знаю, что это такое. А, этот чувак не зайдет, ладно, хрен бы с ним. Эта штука говорит, проверьте камеры. А, нет, ваш рассудок проверьте. Все с ним в порядке, с моим рассудком. Все с ним нормально. Вот, начинаются знаки. Стоп, стоп, стоп. Но на самом деле не останавливайся, не останавливайся. Давай, мужик, заходи. 666 остановка. А, вот почему там был этот демон, сатана. Я даже не посмотрел. Все, ребят. Катимся в ад вместе с вами. 90. Хорошо, разгоняемся. Не смотри назад. Я не буду. Не-не-не-не-не-не-не-не. Мы едем. Никто не останавливается, никто не выходит. Билет в один конец. Слушайте, а может быть одновременно сейчас... Нет, сначала давайте доедем вместе с ними до самого конца. А потом попробуем также их набрать. Попробуем также набрать людей и одновременно пробить им билетик. Один на всех. Там есть кто? Человек! Давай, заходи, дружище! Нет, 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 я не буду смотреть. Оп! Сатанюга пробежал дорогу только что. Есть тут кто? Нет никого. 669-я была остановка. Вот котик мурлычет, ему все хорошо. А потому что он не верит в дьявола, не верит ни во что. Нет, нет, я сказал. Я водитель автобуса, и я решаю, когда мы будем останавливаться, когда мы будем ехать. Я решу, что мы просто будем ехать. Ничего не поделать с этим, смиритесь. Остановка, еще одна. Опа, человек, ну-ка садись. Сколько их уже собрал. Ой, скорость сумасшедшая. Безумная скорость. И смотрите, а, я вижу справа локоть. Локоть мутанта. О! Нет! О-о-о! Видите, написано, не останавливается! О, мы что, в обрыв улетели? Со всеми людьми! О, боже мой! Оно идет! А люди в порядке? О, нет! Какая же мразь!
Одна из пяти. Победитель. Оленей ужин. А мне понравилось. Прикольная была концовка. Это самая первая и базовая. Почему я ее не получил, когда первый раз играл? Несмотря на то, что, по-моему, мы все концовки получили, я хочу попробовать еще раз и при этом брать всех пассажиров, но не выпускать их. Я имею в виду всех набрать, вот так вот в одного человека собрать. И один билетик пробить потом, под конец. Хочу, чтобы не все одновременно сели и посмотреть, что из этого получится. Аккуратнее, машина. Подбираем этого чувачка. Посмотрим, будет ли что-нибудь делать тварь. Почему мы встряли? Сатанюга ничего не сделала. Продолжаем ехать. Заходи. Опять. Только что появились монстры-мутанты. Это какая? 669-я. Еще рано. Там, по-моему, еще один человек будет. 700-й. И вон еще один человек стоит последний. Сейчас мы их всех запустим. Главное не уехать дальше, случайно. Так. Здравствуйте. Ну что, попробуем теперь? Посмотрим, что они будут делать. Опа! О! Я самого дьявола впустил! Это потому, что я собрал всех людей. Однако мой рассудок вообще в идеальном состоянии. Может даже котика не гладить. Котик, ты в порядке? Хорошо, все с котиком. Блин, смотрите, полный автобус. Все, мы начинаем разгоняться. Погодите, получается, шестая концовка сейчас будет. Какая-то супер скрытная, секретная. Жуть. Да, мы также в обрыв сиганем сейчас. Нет! А, мы уже проходили это. Все будет в порядке. Увидим оленя, дадим ему себя покушать. Смотрите, получается та же самая концовка. Или сейчас что-то будет другое. Концовка 1 из 5, а та же самая концовка. Но при этом другая. Другая по ощущению. Что я могу сказать? Это была крутая игра, мне понравилась. И вам, я надеюсь, тоже. Если так, то дайте мне об этом знать, поставив лайк или написав приятный комментарий. Также подписывайтесь, друзья, на канал, потому что по статистике я вижу, что вот мало людей подписаны по-правильному на канал. Надо там колокольчик нажать, уведомления все включить, ну и вот это все. Иначе вам просто не будет приходить уведомления о новых видосах. Ну, или чтобы наверняка получать уведомления, заходите в мой Телеграм. В Телеграме публикуется не только видео, но и различные посты с приколюхами, и также я иногда кружочки записываю, либо чем-то делюсь с вами. Поэтому всех вас жду вот там, внизу, в Телеграме. Огромное всем спасибо, что смотрели, ждем новых хорроров. С вами был Юджин, и всем пять!